вчера есть несколько вопросов, на самом деле, по поводу радости. Как все десятки мировом клубе, мы тоже встречаемся несколько раз в течение дня, читаем Рабаши или слушаем отрывок из урока. Есть такие встречи, которые заканчиваются радостью. А есть такие, которые нет. Это может быть индикация для нас уровня объединения, что мы пришли на встречу. Нельзя заканчивать встречу, но только радостью. Окей, еще вопрос в этом контексте. Мы обращаем внимание, что мы, как правило, заканчиваем песни нашей встречи. Обращаем внимание, что, как правило, это пробуждает радость десятки. Так это признак... Вследствие того, что это групповое действие. Окей. То есть, если мы радуемся как десятка, это всегда хороший признак какого-то действия по объединению. Да, конечно. Окей. Еще вопрос в этой связи. Я помню, что один из товарищей в десятке как-то сказал, что ему было очень тяжело соединиться со встречей десятки, а сейчас просто приятно приходить. Кайф с товарищами. Теперь не обязательно всегда это связывать с Творцом или с целью, а встречаются вместе, и нам хорошо вместе. Как относиться к этому? Стараться связать это с целью, а иначе вы находитесь в сборище насмешников. Так это всегда так, если мы не вносим Творца в сборище насмешников, даже если мы говорим об объединении между нами и так далее, но... Так это сборище насмешников, это группа преступников, нарушителей, лентяев, но не группа, не десятка каббалистов, которые строят между собой связь для того, чтобы... принять в эту связь высшую силу. Как остерегаться этого? Как уточнить это? Для этого нужно быть все время в подготовке к этому. Как остерегаться? Что это значит, если вы находитесь в этом все время или нет? Думаете в этом направлении или нет? Я объясню, потому что это очень ускользающая мысль. Хорошо, не объясняй мне эти вещи. Я тебе говорю, что нужно делать. И я не собираюсь каждый раз, каждый день излечивать вас снова и снова. Вы должны знать, что спрашивать. Нужно реализовывать это все. Можно тоже спросить? Что? Можно спросить, если я хочу пробудить своих товарищей к радости, это называется, если радость — результат добрых дел, как я могу пробуждать товарищей к радости, вот направление, или пробуждать в них радость? Ты прежде всего должен показать им, от чего ты в радости, что ты находишься в радости, и радость, она в объединении, и ты должен пробудить в них объединение и рассказать, насколько хорошо тебе от того, что ты вспоминаешь об объединении, чувствуешь объединение и так далее.